давайте откажемся от 40 миллионов баксов. А давайте, давай. Зато сделаем сундучок. Вот на них мы жестко подзаработаем. Вот на этой хуйне вот этой мусорной. А давайте разделим две арканы. На Джаггера и на Пуджа. Потому что там же редкие сеты есть. А на СФ мы аркану не будем разделять. И на Рубика. Почему так вообще это работает, блядь? Тут у меня на Рубике есть аркана и золотой плащ. Но он не передается, я его не покупал. Он стоит баснословных бабок. Я его выбил в 15 году, сел сутками и ебашил. Думал, его продать можно, купить себе компьютер. Малым был, думал. Сейчас плащ на луты золотой, продам. Наконец нормально ПК возьму, а то я играл на 30 FPS. А потом оказалось, что эту хуйню передавать нельзя. Я такой, ха-ха, охуенно. Мя, ну его не видно, потому что у меня настройка не стоит. Оп, вот. Ну он реально разъебный. Так почему я его не могу, блядь, с арканы юзать? Почему? Почему нельзя разделить на бейс, чтобы он летал с золотым плащом? Прикиньте, какой разъеб. Это же несложно сделать. Или там, например, на SF я поставлю вот эту бошку вместе с арканой. Какой кайф будет, блядь. Ну, на примере Пуджа и Джаггера показали, что это очень просто делается. Но нет, пока на SF не будет какой-то ультра редкий сет в 2030 году, они не будут разделять арканы, к сожалению, на бейс и шмотку. Да нет, то что гемы вставлять в SF как на ТБ, да я об этом даже не мечтаю. Это для Valve это невозможно. Было бы нереально охуенно играть на курсе Black SF или на белом SF. Ну, то есть, это свет создателя гем. Но, блядь, такого никогда не будет. Забейте, вы что, играете? Какой-то зеленый СФ, там фиолетовый СФ бегает, вы чё? Это просто невозможно. У них же это по лору не подходит, правильно? Как у них концептуально работает. А потом, правда, Пуджа в кота заебашили с хвостом. И много прочей хуйни, бесполезной. Какой нахуй скинченджер? Что ты, блядь, пишешь, чувак? Какой нахуй скинченджер? Ты ебанут? У меня ещё пишет «Влажные мечты скинченджер энджойера». Так я не юзал никогда скинченджер, о чем речь. Нас оскорбил за то, что сказал, что перекрас СФ — это мечта оверплютера. А то есть человек, я, который овер дохуя денег вложил в скины и знает про них абсолютно все, про любую шмотку в доте, я не хочу, да, чтобы СФа можно было перекрасить, типа, или что. Хочешь играть с топовыми скинами, а цены на нож в стиме стартуют от 8000? Тогда тебе на Avon Market. Скидки на скины до 40%, а пополнить счет можно любым удобным способом. Avon Market — это более 60 тысяч предметов из CS, Dota 2, Team Fortress 2 и Rust. Продавай ненужные предметы по самым выгодным ценам. Покупай новые скины дешевле и удобнее, чем в Steam. Сервис имеет более 400 тысяч пользователей и свыше 2 миллионов проданных скинов. Avon Market. Покупай и продавай в один клик. Вводи промокод из описания и получи до $5 в первой сделке. Блять, Висп Марси, да, челы взяли? Да пизду, блять. Пизда моему стрику на Эмере, ребята. Не знаю, нахуй я его взял. Я сейчас сосу за 20 минут. Ну, в принципе, у меня все лузы на Эмбере такие. Вот такие. Безидейная хуйня. Бесшансовая. С АФК-челом. В принципе, сейчас это и произойдет у нас на экране. А на взять попу просто побегать, поприкалываться. Хотя на копе мои даже шансы были. На копе были бы шансы, если бы я дожил до лейта с рефом и за два скрима их убил. А с керри СФом вообще выиграть как будто нереально. Так он еще стоит, прикиньте, СФ стоит Праймала плюс Феникса. С каким же его дерьмом смешают? Какая же ему пизда просто. Там еще инвокер КВ будет с Весселом. Припадет мапу ебать. Ну ладно, мы сделаем все, что возможно. Даблить это вообще пиздец. Че вы даблит? Мой чел задаблил на ЦМ-ке? Охуеть. Ну и псих. А, так у него лысый, понятно. Вообще, вообще не играл вместе с Дота, походу. Под пиво зашел покатать, пошпилить. Катушечку. Увы, братанчик, сейчас будет меня ПКМ дрочить, меня бесконечно. Блять, я мог его съесть, он что-то вообще тупил долго. Торнадо будет нажимать. Я не знаю, как Марси и Висп умирают, там какие-то раки вообще. О, чел стрим снайпит, хорош. Ну, с таким ником не удивительно. Снял мне вард, который я в смоке поставил. С какой-либо на это причины. Брейсер купил себе, блядь. Сейчас мне на пачку крипов забрать. Да иди на меня уже, блядь. Хватит меня бить, придурок. Нажми, кого ты бьешь, блять, какой-то тупой, невероятно, Саботье.
Чего? Подошел, взял мою активочку, и вот отсюда нажал телепорт вот сюда, на Фениксе. Охуеть. Ката куда-то поехала просто. Walker missing. War... Guys, we can die like this. Просто ебану килла дали с нихуя вообще. Но мы не убьем его, что ты хочешь? Экшен. Найс. Он реально меня обижал, а не в шейкера, да? Марси, 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 ух-ух-ух. Давай, братишка, поди. Весел без мидаса, да? Игры у чего не будет. I'm running bottom. Блять, у меня во время чейна иллюзии активировались, я не смог зачейнить чела. Прикиньте. Thanks. Ничего на нет. Рела. Найс, найс. Что-то мраки какие-то на Марсе есть плюс сейчас. Обычно это too strong связка, чтобы вот так вот происходило. Герои вообще не стоят. Running bottom slow, I cannot connect fast. Very slow. No, Bicky, just go, go, help me. Ебать, я вернулся. Не спрокнул.
стримеру тоже упадет. Спасибо, спасибо большое. Но бик тебе марш. We can fight, we can fight, we can fight. Блять, мне Тарик на 15 нужен, я его не качнул. Я качнул спел. No Phoenix, no Phoenix, no Phoenix, no Phoenix. I cancel TP. Head detection. Can I put ops here? Я не даблил в Марсе Висп, но я думал, что вот чисто по драфту они должны были наебашить нас. Но там какие-то раки, я не знаю. У СФа 3-3 в конце игры, но на линии почему-то он не умирал особо. Он два раза всего лишь умер, я думал Primal плюс Феникс, они их вообще просто мокрое место не оставят. У них же такие сильные кнопки, я думал в топе разъебут и героев в вышку, к минуте 7-й, подкату. Вокер будет нормально играть, а там какой-то бот вообще сел. А у него 30-й, я думаю, пойдет с ВС, он что-то импактить. Нихуя не сделал в игре вообще. И у Марси весь мало было. Не, когда у тебя на Эмбере вот есть хоть какой-то старт, ты покупаешь вот. Корожный взял, потому что здесь постоянно бафайтится под Блэйдстоун. Вот если у тебя такой билд есть, и есть левел, чейн 4, физ 4, ты уже очень много можешь делать, прям очень много. Вот у меня не было ничего, а у меня 7-1-6. Я вот только вот этот закуп, и все. Мэшсэр, у них есть мэджик, плюс он хорошие статы дает, с ним приятно играть, 10 инты. Булдмейл столько людей не выкупает, но я не знаю, как объяснить просто. Ну, когда ты сам с Булдмейлом на Эмбере не поиграешь, ты не поймешь, насколько он импактит. Что... У героев 0 станов, у них нет кетча, так еще и на 5 секунд они тебя вообще трогать не могут сверху. И
И плюс Bloodmail статы дает хорошие. Ну, в плане статы, он дает армор и демдж. И поэтому, ну, эта игра у нас еще просто зарунил в соло абсолютно. Это, можно сказать, не считается. Я бегал 10-0, а потом у нас трон упал против РДСФ. Тут быстрые победы, чего сдавались очень быстро. 21-1. BMU, BKB, Bloodstone. Видите, вот, кажется, что у меня билд какой-то хуйни, да, скрытопульный. Вообще, что это такое? Как оно стакается? Посмотрите на МКД. Ну, я это в соло выиграл. Короче, намеренно просто понимать, как у тебя герой работает.